Вітаю, мої дорогі друзі! Ви на ютуб-каналі Мирослав Солонар. Це наш новесенький езотеричний випуск з головною відьмою країни Марією Тихою. Маша, привіт! Привіт! Є кілька питань, які я хочу сьогодні з тобою розглянути. Почати хочу з основного, найважливішого. От у світлі обстрілів і того, що зараз відбувається з нашою державою, наші глядачі написали таке питання. Може, ти якось підкажеш? Якось можна взагалі захистити свій будинок під час обстрілів? Ну, мається на увазі якось, знаєш, словами, діями, якось подумки. Щось можеш на це підказати? Може, у тебе є якийсь, знаєш, такий засіб чарівний? Найкращий чарівний засіб, про який вже, знаєш, говорю завжди, мені здається, завжди, не знаю, скільки вже можна, це звертатися до роду. До роду. Поставити фотографії вдома своїх рідних, близьких, мертвих. Ага. І до них звертатися, просити допомоги, щоб вони оберігали, захищали. Якщо кожний будинок так зробить в Україні, це буде дуже добре. Це працює, а як саме звертатися? Ну, бо знаєш, у кожного постане питання, ну окей, я там поставлю, як правильно звернутися, щоб мене, знаєш, почули, і щоб достукатися, ну, до мертвих. Я розумію, як воно звучить, але... Вони слышати так, не треба стучати к ним. Ставити просто свічку. Смотрите на фотографию своими словами от сердца, просто просите помощи, общаетесь с ними. Это ваш род. У рода прямая задача, первая, защищать своих близких. Становиться стеной и не позволять, ну, не позволять случиться чему-либо опасному. Отвести любую опасность своими словами. Не буду сейчас дифирамбы петь о том, что нужно там заговоры, читать все остальное, призывы, это не нужно вам. Если бы вы работали с чужими мертвыми на кладбище, да, там важна часть призывов и так далее. Это чужие люди. А у вас ваш род, ваши близкие, которых вы знали при жизни. Просто общайтесь как живым, и все. Ставьте свечки, помин обязательно ставьте, обязательно свечки, это как маячок. Просите помощи, говорите, как вы их любите, как вы их помните. Вспоминайте, общайтесь с ними, то есть, ну, это ваш род. Нет, не будет никакой ошибки, никто по голове не получит. То есть нужно бояться живых людей, а не мертвых. Мертвые ничего не сделают вам. Ну, це я вже неодноразово, до речі, чув. Да. От у тебе також, от у тебе були вже такі, ну, випадки реально, що, ну, от я точно там впевнена, що от вони там, мої там родичі загиблі, мені допомогли. Мертві, точніше. Конечно. Так, а хто ж мені сніться перший, коли мені показують якісь опасності? Прабабушка? Конечно, они защитную функцию выполняют, они будут оберегать. Я очень рада, что все-таки, как ни крути, война это плохо, я понимаю, но война дала понимание того, что мы немножко запутались. Мы немножко запутались в том, что есть зло, что есть добро. Мы запутались в том, кого стоит бояться, живых или мертвых. Я же говорю, зло это не они. Они все просто лежат на кладбище спокойно, мирно, тихо. Зло это те люди, которые с автоматами бегают по полю. Это зло. Ну, про россиян я сейчас говорю. Ну, вообще, в принципе, да, война — это негатив и зло. Не надо бояться... Точнее, смотри, бояться того, чего вы не понимаете, то, что типа для вас как бы странное, новое, непонятное, это нормально. Но это ваш род. Бояться своего рода — то же самое, что, не знаю, бояться себя. Не надо. Это единственная реальная защита, которую я смогу посоветовать. Понятное дело, что практики обращаются к своим покровителям, там, к дьяволу, к смерти, там, ну, да, кто с кем работает. Но я не буду советовать обращаться, извините, к Иисусу Христу, правда. Я, ребят, вы знаете, раскрещена. Я... Ну, можете обращаться, идти, конечно, это ваше дело, но я не буду. Я Господа вытекал, я лишь собираю на стол прям. А, прикольно. Короче, розовенький, да. Я все-таки закликаю всіх спілкуватися зі своїм родом, просити в них. Нічого складного. Поставили фотографію, в кого є вона. В кого фотографії нема, просто згадуєте, як людина виглядала. Ну, ви ж пам'ятаєте, як вони виглядали. Да? Якщо ви не знаєте, як вони виглядали, просто ім'я. Хоча б ім'я. Вас є кровний зв'язок. Він ніколи не зруйнується, він ніколи не... Він ніколи не поблекне, він ніколи не станет там тоньше, хуже, не приживется, потому что, ну, то же самое, что дерево с корнем, оно пускает корни в землю, нафиг знает сколько там километров, и ты никогда не найдешь конца и края. То же самое род. Это как, знаешь, как паутинка. Много переплетений и так далее. То есть ставите просто свечку, ставите фотографию в лучшем случае, если она есть, да, просто вы почувствуете, когда они придут к вам.
Так що і просять допомоги, просять уберечь, просять показати опасності через сон, просять, щоб вони були рядом, просять, щоб ракети не прилітали, просять все, що угодно, просіть у них. Не нужно бабла просить. Не нужно просить всякой этой фигни. Это все для мертвых, деньги и меркантильность. Ну, точнее, какие-то... То есть для мертвых важны духовные ценности. Им не важны, не важны ваши деньги. То есть я же говорила, что практики, которые бегают по кладбищам с ящиками алкашки, дорогой, это еще не все. Им не важно, там, смерти не важно, сколько ты принесешь ей. Если ты последняя, типа, отдашь, которая у тебя будет, да, элементарно, оно будет недорогое, но, типа, это будет чистого сердца. Оно по-другому воспримется, нежели ты будешь с ящиком алкоголя вот такой на пафосе идти на понтан. Не будет работать ничего у тебя. Я просто всегда ношу дорогое, потому что я, как бы, уже, ну, скажем так, в практике, там, 10 лет, по сути. И я могу себе позволить это сделать. Понимаешь? То есть я могу позволить дорогое принести. Но это не значит, что нужно повторять за мной. Просто носите то, что вы пьете сами или кушаете. От чистого сердца. Не нужно там, я же говорю, ящики носить. То же самое здесь. Это ваш род. У них функция защиты основная. Ми зрозуміли, Маш, то виходить, що ну, є така, наприклад, балістична загроза, це те, там, чого ми усі там найбільше боїмося. Ми звертаємося до наших покійних родичів, ну і, звичайно, що дбаємо про власну ту ж безпеку. Звісно, ну... елементарно, сіли за стол просто в мислях, там, мислено про себе, як угодно, вслух, тільки не на окно, коли балістика літа, а десь за стол, або в подвалі спустились, може свічку. На балкон зажечь. Вилізають, уяви собі, да, знімається все. Ну, блін, скільки можна? Не знімайте, друзі. Це кримінальна відповідальність. Знаєш, я нагадую вкотре, розривайся, бо мене це дратує. Я розумію. Тобто просто сіли про себе, навіть свічечку зажгли, навіть свічечки, якщо немає, просто про себе сіли, просто закрили глаза і представляємо, і просимо. Все. В таких случаях вот так вот работает. Ну, нет времени. Ритуалы, там, блин, петухов врезать, бегать с бубнами. Нет времени, понимаешь, на это. То есть магия — это искусство, колдуйте. Сейчас как раз то время, когда вам это позволительно, особенно обычным людям тоже, не только практикам. У вас есть род. Понятно, что чужие мертвые — это чужие мертвые. То есть есть правила безопасности, работы на кладбище, могут быть некропривязки и так далее. От своих некропривязок не будет. Не переживайте, делайте. Но не просите бабла. Пожалуйста, жрю для мертвых, материально это все до сраки. Просите, даже если просите каких-то там это, просите возможности, чтобы вам показали, как лучше для вас, чтобы вы заработали. Не денег, чтобы на голову свалились, а возможности просить нужно. Надо по-умному просто просить. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Багатьом нашим людям сняться військові. І от ці батьки, там, родичі, в яких там військові або зникли безвісти, або, на жаль, загинули. Не можуть зрозуміти зі сну, як взагалі, от, ну, наприклад, якщо людина просто зникла безвісти, чи вона жива, чи не жива. От, Маш, якось по сну, скажи, будь ласка, можна зрозуміти, що людина жива, чи не жива? Ну, там нужно все-таки, я трактую по символізму. Тобто, моря, окей, я, от, наприклад, да. От дивись, от елементарний приклад, от каже глядачка, що не може додзвонитися. От сниться військовий, каже, ну не може додзвонитися, каже, немає грошей, просить гроші. От як тут зрозуміти, він живий, не живий? Плохо. Касательно денег. Вот деньги часто покойникам кладут в гроб, в карманы кладут. Дозвониться нет уже элементарно, что связи нет. Тут, ну, опять-таки, тут нужно понимать еще, что еще там было. То есть это... Все. Вот надо, чтобы она детали вспомнила. Я просто не хочу, поняла, так судить, типа, сейчас, потому что разные есть... Ну, я надо смотреть фотографию, надо... Я не могу так конкретно. Да. Но это мне, по ощущениям, не очень сон хороший, честно. Монеты покойникам на глаза раньше клали, потом монеты суют в карманы деньги для того, чтобы они на том свете имели возможность какую-то. Ага. Вот такой, типа, тоже символизм, понял? Вот. Ну, а якась, наприклад, інша ситуація, яка може вказати, що він живий? Що це, наприклад, може бути? Я просто навіть і не знаю. Що, знаєш, я не знаю, що подсказати, чесно. Столько воєнних зараз, столько всього, і вся по-разному проігрывається, чесно. Нету какого-то, знаешь, одного там. По-разному бывает. У меня бывали такие ситуации, даже когда в гробу оказывались люди, хоронили не тех.
Потом делали эксгумацию тела, доставали, действительно были нити. Родственники заниматься начинали под мои крики, под их крики. Действительно делали эксгумацию. Я угрожала там. Там не хотели заниматься этим всем. Я угрожала, через мои угрозы доставали тело. И в конечном итоге оказывалось, что это не тот человек. Даже такое у меня было в практике уже за 2 года войны. Я просто сейчас рассказываю все истории, которые у меня были, как бы, да, а когда хоронили просто косточку одну, непонятно было, кто это, что это. А когда отец, вот у меня есть типа знакомый, отец ездил, сам забирал тело с зоны прифронтовой прям. Отказывали, понял, отказывали, сказали, да, потом как-то там, не хотим заниматься этим. Он сам поехал и все, привез. Очень много таких ситуаций у меня. Правда, я просто не могу про все, знаєш, розказувати, тому що напугаю людей. В цих ситуаціях важливо не дати йобу, знаєш, бо... В цих ситуаціях важливо не дати йобу, чесно, тому що коли ти сидиш... От я не знаю, як вони, от ці родственники, да. У мене у самої, як би, воюють родственники, я знаю, що у мене без вести пропавший мой от родственник. Я розумію, все. Я ж не розказую просто того нікому, понял? Тому що я вважаю, що, ну, що я буду людей загружати своїми проблемами, коли, типу, є у них теж. У них такі ж проблеми. Зараз у всіх такі проблеми, мені кажуть. У кого друзі воюють, у кого родственники, у кого-то що-то ще. Вот, поэтому... Я просто, я говорю, я, копаясь 2 года, рассматривая вот так вот, извините, мяло, вот так вот копаясь, я рассматриваю, ты же понимаешь, что рассматриваю. Отдельно головы, руки, и вот такое вот все, извините, как есть, говорю, ну как есть. Mm-hmm. Я не представляю, что родственники переживают просто. Но есть... Ну я должна, я мушу, я кто кажут. Mm-hmm. У меня миссия такая сейчас. Не могу, ну мне кажется тоже, что я была немножко уже. У меня последнее время, вот, кстати, вот это было в прошлом году, мне очень много мертвых снилось. Прям тягали, знаешь, тянули меня. Прям это, ну, каждый хотел помощи, я понимаю. Сейчас вот недавно снилось очень много военных. Я просто приехала с Варшавы, позволила себе ни на кладбище не зайти 2 недели, как не было времени у меня. И они такие, так, что такое, ты где? Начали сниться, я такая, ладно, все, я поняла. Я поехала на Берковцы, сразу к Ване, зашла там еще у девочки, зашла к своей Шуре, типа туда, зашла туда, покормила там. Там ситуация определенная произошла на кладбище. Там же бегают эти, блин, ну я не знаю каких, но бомжи, которые собирают конфеты, которые там этих могил прикрывают. Цыганы? Тем, что... Берковецкое кладбище. Здравствуйте, директору сразу привет могу передать. У них типа там получается как сейчас? Там военные присматривают за военными участками. То есть какие-то такие новшества ввели, типа что военные присматривают. Сначала они меня ошарашили тем, что они позаливали бетоном одну часть. Помнишь, когда-то была ситуация, да, военных, а мертвым там дышать нечем. Ты приходишь, типа, такой, и что делать с этим? Бетоном все залито везде. Родственники там ругались, не получилось. Вторая часть, там, где моя Шура лежит. Я ж приехала, думаю, ну, проведаю, там как бы такая, не залита пока ничего бетоном. Я так понимаю, что сейчас там будут по-другому делать, потому что конфликты очень серьезные были, и будут делать по-другому теперь. Я надеюсь, что их не на... извините. И ситуация, короче, стоит женщина, просто вот Шура первая похоронена, там 2 девочки всего лишь. Короче, я стою, получается, возле Шуры, я же там привезла вкусняшек и там все дела. И слышу, как просто налево голову поворачиваю, и просто слышу и вижу, как там ругаются люди, 3 человека. То есть там женщина стоит, получается, орёт, блин, мужик стоит, орёт, еще одна какая-то алкашиха стоит, орёт. Еще 2 девочки там поприходили к своим мужьям, чи кому они поприходили, ну, в общем... Что-то трога до сих пор еще, да? Да. Вот. И я же такая, знаешь, стою, думаю, ну не мое дело, типа я не буду лезть уже. И на кладбище нельзя вообще в принципе отношения выяснять. Это плохо. Это не то место, куда, где надо выяснять отношения, да? Но у меня конфликты были на кладбище несколько раз. Не знаю, почему меня мертвые поразвлекаться приводят, знаешь, меня? Развлекаются таким образом. И я развлекаюсь. Короче, просто. Я, получается, стою и вижу, как этот, ну, там прям оскорбления пошли уже в сторону женщины, и мужик замахивается, у него в руках пила была, и он замахивается. И получается так, что они прям, она его валила. Он не ожидал, что она его ударит. Она его тупо ударила, он чуть не упал, прикинь, там. Там баба такая боевая такая. Ну, познакомились, потом все расскажу. Что это за боевых на кладовище? Короче, вот, и получается, как-то так, они как-то к нам... ко мне близко. Не знаю, как они переместились оттуда ко мне. Я не знаю, почему так. И начали, например, ругаться. Типа, говорю, алло, короче, говорю, значит так, говорю, дядя, револьвер. Я говорю, ну, по-здорову, по-добру, по-здоровому, потому что, во-первых, на женщину замахиваться, говорю, плохо. Во-вторых, говорю, на кладбище тыняйся. И в-третьих, говорю, собирать могилы, это не твое.
если что. И жена такая, да вот мы там, а пока они там ругались, жена сходила и собрала конфеты, жрала, понимаешь, с могил. Мы тут работаем. Я говорю, кем? Говорю, ты тут работаешь. А берковцы реально, да, их взяли на работу, действительно, они ходят, типа там убираются и так далее. Но при этом, пока они стояли ругались, бабка, боже, одуванчик, 80 лет, шла и спала фонарики у военного с могилы. Бабка, 80 лет. Вот у меня просто вопрос. Это женщина, короче, которая кричала, она говорит, тут мой муж похоронен. Я не хочу, чтобы они здесь лазили. Я сама ему, говорит, уберу, это приношу я ему еду, это его еда. Это не... Она, они уже поняли, говорит, написать какую заяву, чтобы они просто отвалили отсюда. А те не понимают, они бухают, им весело. Так вот, у меня просто обращение к администрации Берковецкого кладбища. Порешайте. Там военный мальчик был, он как бы, ну, охранял все это. Он говорит, блин, ребят, мы не знаем, что с этим делать, честно. Мы вот, ну, что мы скажем, они уйдут, и что, они придут опять потом. Но мы ничего не можем сделать, понимаете? Ну, к ним претензий нет, к этим мальчикам, они военные. Я понимаю, нет претензий, что они сделают. Там изначально была ситуация на Берковцах, типа, когда-то зимой, это еще когда Ваня погиб там. Я ездила, оказалось, что там какие-то малолетки. Ночью приехала на Берковцы, и случайно его маму встретила. Ночью же как бы никто не ездит, я хотела поехать, чтобы никого не было, а там мама его была. Случайно абсолютно получилось так. Ну, ночью как, темнеет же, ну, зимой в 4 вечера. Я поехала где-то там к 8, короче, понял, уже когда темно было совсем. И получается, там я рассказала, что там какая-то была ситуация на Берковцах, что словили вандалов, прям малые раскапывали эти шевроны, прям с могил доставали, была ситуация. Чтобы потом продавать. Конечно. Шевроны. И словили, по попке надавали, родителям сказали, а-та-та, там все. Потом вот опять летом, опять ходят воруют, понимаешь? То есть, ну вот тут опять они... Жесть. Я все это понимаю, там воруют, но это не ваше, но это реально не ваше. Нет, это... Эти жены в обмороки падают. Ну, прикинь, вот девочка там сидит, у нее парень погиб, да, муж чей парень, я уже, честно, я не помню, она там в очках пришла, она плачет, сидит, и вот по нему... полгода, по-моему, или 9 месяцев, я не помню. Ему 18 лет. Пока она отошла, на 3 минуты бабка спала фонари с могилы. Вот она отошла на 3 минуты. У меня просто что эти фонарики вратуют? Ну, сам факт, что их там выгнали, просто они в любом случае приходить будут. То есть и девочки переживают, им не нравится, они плачут, они, ну, они приходят на могилу, могила ну, сворована что-то, ну им не нравится. Да. Чашки воруют, зачем? Поэтому я говорю, бояться живых нужно, понимаешь? Не мертвых, живых нужно бояться. Прям вот, ну, посмотрите, что они творят вообще. Я все понимаю. Смотри, есть ситуации, когда на кладбище можно есть. Есть обряды разделения пищи с мертвыми у практиков. Я делала такое подобное, да, но я все равно не люблю это делать. Я... Мне лучше дома сесть, поставить фотографию, дома разделить трапезу. Я не могу так, да. Хотя мне позволяют это делать. Я могу. Но людям обычным нельзя. Практики могут с целью с какой-то, да, там, вот. Вот молочко я привозила прошлые выходные, как раз молоко, они молока очень хотели холодного, прям вот. Вообще летом алкашки не хочется им, не хотят алкоголя, они воды хотят пить, компоты холодные хотят, там мохито девочки приносили, вот лимонады хотят, молоко холодное, знаешь, что такое, прям шпивко они любят тоже, вот холодное. Алкоголя не хотят они. Летом как-то выливаешь, они такие, типа, короче, водички максимально много. На кладбище летом максимально много водички. А вот зимой можно приносить какие-то... Говорят, что нельзя мертвым носить чай и так далее. Можно зимой носить горячительные напитки. Я когда-то смерти когда ставила, она мне четкое понимание дала того, что мне лучше, конечно, охлажденное. А потом я подходила другие разы, и она дала понимание того, что мне можно горячее. Принеси мне кофе горячее. Такая, ладно. Мне такого не было никогда. Вот, я к чему веду? Я веду к тому, что есть ситуации, когда можно кушать на кладбище. Есть неблагополучные семьи, особенно в селах, когда дети голодные от голода. Вот тогда мертвые позволяют кушать. Это дети, они относятся к детям очень лояльно, позволяют им кушать, да. Если человек голодный очень прям, да, вот прям, знаешь, вот не знаю, ну вот жизнь у него так сложилась, он бы никогда бы в жизни не взял. Если бы не вот прям, знаешь, уже прям жгудок мне сводило. Эти, которые ходят, они просто бухают там. Закусывают. Это не то. Да? То есть кладбище, оно открывается для человека, который нуждается. Это нуждается, это не закусить мне нужно водку свою там, да? Нуждается, это когда мне настолько херово, что я хочу есть, а у меня нет денег на еду. Мне настолько херово, что я хочу пить, а у меня нет, ну, воды. Поэтому кладбище открывается для
вот для таких вот ситуаций, ну, открыто. Мертвые ничего не сделают, они дадут. Правда. А вот таких ситуаций, как вот я рассказала про Берковцы, извините, ребята, там некропривязки и что угодно будет. Поэтому я считаю, что нужно как-то... Я понимаю, что не проследить за всем. Ты всем п***р на это, я понимаю. Дякую тобі, Маш. Будемо ставити крапку. Сподіваємося, що нашим глядачам сподобалася безпосередня розмова і питання, які ми сьогодні підняли. Тому напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях свою реакцію. Можливо, в когось будуть так само якісь питання і теми. Ми ставимо крапку, ще раз повторюся. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube-канал Марії Тихої, на мій також. Всім хорошого дня і вечора. Пока.